Сегодня мы с Надюшей приехали в город Ним посмотреть арены, где бились когда-то гладиаторы и где сейчас проходит иногда коррида. Вот это город Ним. Классный такой монумент 2000-летней давности. Древние римляне строили, представляете? Весь юг Франции был оккупирован Древнеримской империей. Мы сейчас с Надюшей посетим старинную арену Рима. Старинную арену Нима. Ну что, мы купили билетик? И мы идем на арены. Старинные арены 2000-летней давности перед нашими, у наших ног. Вот здесь сидели древние римляне и кричали: убить или помиловать, когда они смотрели бои гладиаторов. Идем на самый верх, на камни. Античная арена. Да, представляете, вот сооружение. Идем сюда, Надь. Да. Сколько его строили? Я еще не читал на интернете, сколько его строили. Это амфитеатр. Да, такие вот каменные глыбы. Его, наверное, строили лет 5, не меньше. Это же Афины, Греция. Мы на самом верху. Мы на вершине мира. Здесь так прикольно гулять по этим руинам. Это даже не руины, а реально действующий амфитеатр. Реально действующий Колизей. Везде такие старые лестницы, которые стерлись уже. Античные арены.
Вообще, да? Впечатляет. Такая мощь. Ветерок дует, вот так как сейчас лето, поэтому теплый ветерок. Древнеримские арены Нима. И в Грецию ехать не надо. Вот он, Олимп. Вот она, вершина Олимпа. Мы спускаемся вот с высокого уровня на амфитеатр. Видите, здесь даже написано. Со временем лестницы стерлись за несколько тысячелетий. Спускаемся в самый низ. Ой, здесь уже город. Город за решеткой видно. Мы приближаемся к самой арене. Ищем вход как можно ближе к арене. Спуститься как можно ближе к арене. Да, вот. Чтобы бык не допрыгнул до зрителей.
разъяренный бык. Вот так вот здесь бегает бык в надежде забодать тореадора, матадора. И сидят, смотрят жаждущие крови люди. Чем же закончится поединок, кто кого? Видите, вторая линия белая, она такая прерывистая. Это вот если вдруг бык перепрыгнул или забежал сюда, они вот прячутся за эту вот белую, за этот белый забор, и бык не может туда просунуть голову, просто человек для него недоступен. Одна из видов безопасности, то есть спрятаться от разъяренного быка. Ну а вот сами ворота, откуда выпускают злых разъяренных быков. Вот здесь гладиаторские бои, старинные. Якобы старинные. Здесь стоит грозный воин. Гладиатор Древнеримской империи в доспехах. Ну, а здесь как тренировались гладиаторы. Грозное оружие гладиаторов. Трезубец. Доспехи. Ну, прикол. Сандали гладиатора с железными шипами. Кожа и железо. Да, здесь создают такую атмосферу, арену. Это люди кричат.
сетка, которую кидали, чтобы человек запутался. Кожаная эта чешуя, одевающая. Доспехи древнеримских гладиаторов. Кольчуга. Чешуя такая железная. Там было написано «Раздевалка гладиаторов». А здесь вот цвет кариды. Цвет кариды красный. Тореро. Вот их одежда настоящая. Вышитая золотом. А вот он бык, кстати. Такой гигантский. Такой гигантский бычара, представляете, напротив вас. Их же еще отбирают, берут таких громадных, агрессивных. Вот видите, это все на этих аренах. Вот они, кстати, видите, в своих красивых костюмах, вышитых золотом. Представляете, вот такой вот танк на тебя бежит. О, прикольный туалет в аренах Нима. Не античный, а современный. Кстати, окружен античными камнями. Туалет не древнеримский. Находится в древнеримских стенах. Ну что, мы посмотрели арены. Уходим. Через бутик. Вдруг сувенир захочется купить. Заходим в бутичок. Вдруг у вас появится жгучее желание купить макет этих арен. Да, правда в вине. Вот мы вышли, посмотрели эти огромные старинные арены. Сейчас пойдем дальше гулять по древнеримскому Ниму.